Юрий Алексеевич Гагарин. Дорога в космос. С душевным трепетом всматривался я в окружающий меня мир, стараясь все разглядеть, понять и осмыслить. В иллюминаторах отсвечивали алмазные россыпи ярких холодных звезд. До них было еще ой как далеко, может быть, десятки лет полета. И все же с орбиты к ним было значительно ближе, чем с Земли. Было радостно и немного жутковато от сознания, что мне доверили космический корабль, бесценное сокровище государства, в которое вложено так много труда и народных денег. Несмотря на сложную работу, я не мог не думать. Вспомнилась мама, как она в детстве целовала меня на сон, грядущий в спину между лопаток. Знает ли она, где я сейчас? Сказала ли ей Валя о моем полете? А вспомнив о маме, я не мог не вспомнить о родине. Ведь неспроста люди называют родину матерью. Она вечно жива, она бессмертна. Всем, чего достигает человек в жизни, он обязан своей родине. Наша социалистическая родина – самая прекрасная в мире, и всем, чего достиг, я обязан ей, – думал я. Приходили разные мысли, и все какие-то светлые, праздничные. Вспоминалось, как мы, мальчишки, тайком трясли яблони в колхозном саду, как накануне полета я бродил по Москве, по ее шумным, радостным улицам, как пришел на Красную площадь и долго стоял у мавзолея. Подумал о том, что космический корабль несет идеи Ленина вокруг всей Земли. «Что делает сейчас Герман Титов?» – мелькнула мысль, и я ощутил силу и теплоту его объятий во время прощания. «Ведь все, что я сейчас переживаю, придется пережить и ему». Одна за другой внизу проносились страны, и я видел их как одно целое, неразделенное государственными границами.